Напомним, тема стала более чем горячей, когда разгорелся скандал в связи с проектом, позволяющим вести застройку родины Есенина, села Константиново Рыбновского района. Такой слишком уж щедрый по отношению к строительному бизнесу план предложил недавно региональное министерство культуры. Пошло возмущение народа, публикации в прессе и, как следствие, реакция властей. Коротко говоря, начальство в Минкульте стремительно поменялось, министр Галина Соколова подала в отставку, работу по созданию охранных зон в Константинове сейчас курирует лично вице-губернатор Сергей Филимонов. Идея была правильная. Но исполнять ее начали неправильно. Вместо того, чтобы с обществом обсудить все нюансы, вывесили некий проект на сайт, даже не обсудив его внутри правительства. Направили в Министерство культуры Российской Федерации. В результате я был вынужден его отзывать. Общество было дезориентировано. Единственным позитивным в этой истории является тот факт, что она свою ошибку осознала и добровольно ушла в отставку. Я бы очень не хотел, чтобы другие наступали на эти грабли. Что касается конкретно Константинова, то вы знаете, что я поручил заняться этой работой Сергею Владимировичу Филимонову. Уверен, что будет найдено правильное решение. Учитывая, что уже оно переросло в плоскость, близкую к политической, будем говорить так, которая позволит сохранить не только заповедник в границах усадьбы, но и все село как историческое место, которое должно гармонизироваться с самим музеем.